Всем привет! Сегодня по вашим многочисленным просьбам показываю свое хранение бижутерии. Бижутерию я люблю, обожаю, с удовольствием ее покупаю. И сегодня я вам покажу, какой способ для меня очень-очень удобный хранения я нашла, что я выбрала. Для начала вам покажу, как у меня раньше все это хранилось. У меня в гардеробной вот так вот на стене висели это вешалки. Вешалки для всяких аксессуаров, там для галстуков, для чего-то еще они идут. И вот я на них развешивала свои украшения. Но потом украшений стало слишком много, и они уже были, знаете, так висели друг на дружке, и мне пришлось что-то другое придумывать. И надоело каждый раз с них пыль смахивать. И, в общем, пока вот я еще не успела эти вешалки убрать. И сейчас вам покажу, как у меня на данный момент хранятся мои украшения. Это шкаф, который вы все видели и постоянно видите, когда я снимаю свои окрашивания, то он постоянно на заднем плане. Средняя дверца это как раз вот мой шкаф, в котором у меня хранятся мои вещи. Есть еще гардеробная, там у меня все остальное висит, а здесь по сезону я вещи вывешиваю. И вот с этой стороны есть такие полочки. Раньше я в этом сундучке все хранила, но потом, естественно, все перестало помещаться. Но сундук памятный. Мне его подарила свекровь, и причем подарила очень давно, наверное, лет этак 10 назад, на день рождения. Поэтому вот он у меня до сих пор так и хранится. Здесь мои серьги, которые вы видели в кадре, вот эти перья, потому что я не знаю, куда их положить. Куда бы я их ни положила, они мнутся. Сейчас я их уберу, чтобы они нам не мешали. И вот, смотрите, таким образом у меня организовано хранение моей бижутерии. Пока я до конца даже еще это не оформила. Дело в том, что сколько бы я ни покупала этих коробочек, а эти коробочки я покупаю в подружке, мне все равно не хватает места. Видите, там на заднем фоне у меня большие ящички вот такие. А здесь на переднем фоне маленькие ящики. Ну, вот здесь лежит то, что я буквально вот только одевала, поэтому я не успела еще спрятать. Видите? Вот такие маленькие. Неудобно мне одной рукой их открывать. И здесь то же самое. Я буду еще докупать. Видите, там место есть. И большой буду, и маленькие докупать. Я, конечно, сейчас вытащу вам и покажу все поближе, где у меня что лежит. Почему именно эти ящики? Потому что они прозрачные. Когда я заглядываю в шкаф, я сразу вижу, что лежит в каком ящичке, где какой цвет. И мне очень удобно, я быстро нахожу все, что мне нужно. Поэтому и прозрачные. Я долго искала какие-то варианты, и пока вот это вот не увидела в подружке. Здесь у меня хранятся заколочки вот такие всякие. Это мой жемчуг, он всегда стоит открытым, просто потому что натуральный жемчуг, он должен дышать. Его не стоит закрывать в каких-то шкатулках, поэтому вот в таком виде он у меня и лежит. Здесь в этой коробочке все самые любимые мои украшения. Серьги, которые вы видели, колье. Еще одни сережки, вот эта брошка, в общем, все-все, что я люблю. И там сзади тоже заколки, которые я вам обязательно сейчас покажу. Снизу пока стоит то, что не поместилось. Видите, у меня еще в таких вот прозрачных коробочках. Но я хочу купить все-таки, чтобы ну, одинаковые коробочки были, чтобы красиво все выглядело. Поэтому пока стоит временно так. И вот здесь мешочек с моими бусами. Ну и сзади коробки, которые я очень люблю. И храню в них какие-то тестеры, косметики и всякую такую ерунду. Теперь давайте я вам все покажу поближе.
В маленьких коробочках у меня собраны кольца, серьги, какие-то браслеты. И я постаралась, по крайней мере, разложить все по цветам. В общем-то, все это вы у меня уже видели, естественно, в моих видео про покупки украшений. И вообще я снимала видео о бижутерии. Видите, здесь все розовое, ну и, по крайней мере, то, что подходит под определение розовое. Эти серьги я не знала, куда положить. Они не красные, не розовые, какие-то вот что-то между. Поэтому они попали сюда. Вот. Здесь у меня оранжевое, коралловое, естественно, кеша. Куда же без него? Да, кеш? Раз я начала рассказывать про украшения и про косметику, то кеша тут как тут. Янтарь здесь и всякие, и тоже все, что подходит под определение оранжевое, оранжево-красное, не знаю, какое-нибудь такое вот, коралловое. Вот, все эти сережки тоже вы видели. По-моему, это тоже я вам показывала. Это я вам сейчас показываю, вот все, что вы здесь видите, это верхнее отделение. Кеш, давай закроем, солнышко, давай закроем. Ну, мальчик мой, давай мы другую откроем, хорошо? Ну, дай, пожалуйста, спасибо. Так, здесь у меня синее, голубое, фиолетовое. Эти серьги бедные, которые я тоже пока не знаю, куда определить, они такие здоровые, и видите, они у меня отлежались. И надо бы их, конечно, намочить или паром обработать и выпрямить. Но пока они здесь лежат. Я буду еще докупать, конечно, такие вот шкатулки или, я не знаю, контейнеры для хранения. Вот. Тоже все фиолетово-голубое. Здесь тоже бусы и большие серьги синего цвета. Обязательно тоже в коробочку куплю. Коробочку, когда куплю, я отдельно положу и вот эти фиолетовые, и вот эти синие сережки. Вот этот набор я очень люблю. Я покупала его, я вам, по-моему, рассказывала, на рынке у бабушки. И причем какая-то цена была очень условная. И она даже специально для меня делала серьги. Мне кажется, они где-то в другом месте лежат, эти сережки. Колечко. В нижнем ящике всякие бирюзовые украшения. И, в общем-то, то, что не поместилось вот эти два предыдущих ящика. Вот эти серьги я купила, и так и не знаю, куда их одевать. У них какой-то такой интересный цвет, что он вообще не подходит ни к одному моему наряду. И пока они лежат, ждут своего часа. Колечко очень люблю его, потому что оно красиво смотрится на пальце, так богато. Видите, одел так украшение, и все, больше можно ничем его не дополнять. Так. Вот это тоже, кстати, украшения, купленные у бабушки на рынке. Она частично сама делает из камней что-то, а частично я не знаю, где она покупает. Но сейчас этот рынок у нас в Пушкино разогнали. И поэтому бабушку я эту не вижу и не знаю теперь, где она. Здесь розово-коралловые тоже украшения, но уже большие, там цепочки, бусы всякие, видите, браслеты. Но когда-то покупала, когда было модно вот именно такие крупные какие-то украшения носить, крупные вот эти вот шарики, но сейчас это уже, по-моему, никто не носит. Это мое старенькое-старенькое украшение, но тоже очень красивое, я очень его люблю. Вот это я в те же времена покупала, когда, в общем-то, мода была на что-то такое большое и крупное, и теперь это все лежит у меня. Еще вот такое интересное колье есть, видите?
И тоже, как видите, уже плохо помещается. Опять надо покупать новый контейнер и раскладывать все это. Снизу тоже розовое, оранжевое. Ну, это такое, даже не знаю, пыльная роза и сиренево-розовый, даже не знаю, как правильно назвать. Видите, здесь всякие бусы. А здесь все зелененькое. Я не могу сказать, что я очень много зеленой одежды ношу, но украшения зеленые у меня имеются. Это и вот такие бусы, и такие, и... Сейчас... И вот вообще такие здоровые. И они, кстати, очень тяжелые. И я их не очень люблю надевать. Серьги зелененькие. Цепочка. Вот эти сережечки вы у меня видели. Ну и, конечно, мои любимые красные украшения. Здесь сверху браслеты. И вот такое колье. Очень, ну, вкусненькое такое, интересненькое. Браслетики всякие разные. В разное время покупались. Некоторым украшениям уже много лет. Вот это украшение я вам... Вот это украшение я вам рассказывала, что оно мне очень дорого, потому что мне его подарил мой сын. Украшение из коралла. Мелкие какие-то бусинки, плоские. Я даже какая-то у меня фотосессия была с этими бусами. В общем, все-все-все красное. А снизу все крупное. Опять-таки, покупалось в то время, когда вот это было модно. Сейчас уже такие здоровые никто не носит. Но лежит, своего часа ждет это колье, потому что мода возвращается. И когда-нибудь, может, опять в моду войдет вот такие здоровые бусы. Вот эти очень красивые. Теперь приступаем к следующему ящику в шкафу. Кстати, почему-то у меня здесь красные, надо поменять их местами, потому что все большие красные украшения у меня на другой полке. Здесь серьги всех красных оттенков, какие у меня есть. Тут эклипсы. И вот видите, от того колье сережки. У меня, причем от того колье, они в двух вариантах. И вот эти красивые с эмалью. Ну, тоже опять-таки, вот, чтобы вот такого бардака не было, надо докупать опять такой контейнер и еще немножечко раскладывать. Вот, кстати, второй вариант. Вот второй вариант сережек. Снизу все беленькое. И все серебристое. Это брошка-птичка. Вот такие серьги. Ой, а этим сережкам... Ой, отвалилось, и где-то здесь лежит крючочек. Этим сережкам... Угу. Ну, тоже, наверное, с десяток лет есть. Вот эти серьги, которые я вам показывала. Такие. Все это в нижнем ящике. Такое темное, черное. Мне кажется, что большинство украшений вы уже видели на мне в кадре. Это мои серьги, которые я очень даже люблю. Да, все, по-моему, это мелькало где-то на мне в моих видео. Все темненькое. Опять-таки серьги-кисти, вот для них вообще, по-моему, для кистей нужна отдельная коробка, чтобы их аккуратненько все разложить. Обязательно ее куплю. Это вы видели.
эти бусы я купила, но они настолько тяжелые, что, в общем-то, они у меня так и лежат, бедненькие. Одни из самых-самых моих любимых сережек, которые просто обалденно смотрятся со всякими черными вещами. Ну и тут куча всяких серебристых украшений. И снизу все то же самое, те же темные цвета. Все, что не поместилось, два верхних ящика, все здесь. Вот такое украшение я, по-моему, еще в кадре не надевала, но оно интересное. Оно сделано такое под старину, видите, состаренное как будто бы золото. Оно интересно на шее смотрится. С этим украшением вы меня видели. В общем, все темное в этом ящичке. Во всех трех отделениях все темненькое. Здесь остатки, так скажем. Всякое цветастое, что не подходит под определение какого-то одного цвета. Все собрано здесь. Ну, вот эти серьги, я вам говорила, это исключительно там для съемки, в кадр одеть и все. Здесь тоже какие-то белые вещи, крупные серьги, из лунного камня бусы, вот такая подвесочка очень симпатичная. Так, а здесь все бежевое, коричневое. Это колье я на Новый год покупала. С этими сережками вы меня буквально совсем недавно видели. Это мне сестра подарила серьги. Деревянные бусы, которым уже бог знает сколько лет, муж дарил. И браслетик. Так, это все, что у меня по контейнерам на данный момент разложено. Я вам сейчас еще несколько своих вещей покажу. Не буду подробно останавливаться, потому что о своих украшениях я видео уже снимала. В принципе, нет смысла все-все-все прям подробно показывать. Сейчас еще просто пару интересных вещей покажу. Мой любимый жемчуг. Это, конечно, не все. Вы видели, я вам показывала в своих покупках. У меня там есть жемчуг и несколько ниток. Но то, что я вам показывала, это фактически к бижутерии относилось. Такие вещи недорогие совсем, копеечные. Здесь уже вещи посерьезнее. Нет, конечно, они не безумных денег стоящие, но, по крайней мере, вот этот культивированный жемчуг. Это жемчуг Майорика. Это тоже культивированный, тоже культивированная жемчужинка, то есть, ну, такие посерьезнее. Обожаю жемчуг, с удовольствием его ношу, и вы это знаете. Я в кадре периодически с ним, ну, люблю, что сказать. И люблю именно, чтобы было все в серебре, потому что считаю серебро своим металлом, а не золото. Теперь мои заколочки. Вот такой краб красивый. Я люблю всякие блестяшки. А, к сожалению, шкатулка сломалась и хранится все вот так. Это мои самые любимые бананы, вот эти два. А, когда-то покупала у своего мастера, которая мне потом с успехом сожгла волосы. И я не знаю, где она их доставала, но стоили они каких-то, ой, вы знаете, тысячи, наверное, по три. Это точно стоили, а то и по 4 эти бананы, я не помню точно. Это кристаллы Сваровски, очень их люблю. Покупались вот этот под темные волосы, да в принципе это под темные. Я бы сейчас, конечно, с удовольствием что-то уже под светлые волосы взяла, но не знаю, где такое достать. И пару бананов попроще. Видите, они какие тоненькие. И мои негустые волосы, они прекрасно держат. Один покупался, да в принципе тоже покупались, по-моему, вот это под темные, вот это уже потом под светлые волосы. Гребешок. Я уже точно не вспомню для чего, но для какого-то наряда я покупала. Как-то он очень к образу подходил. Эта заколка все из этой же серии.
когда у меня были темные волосы, они были длинными, и когда хотелось хвостик сделать, допустим, сзади, то вот я использовала эту заколочку. И вот это все, что вы видите, кроме вот этой, вот это все, вот этой вот штуки, вот это вот все, что вы видите, кроме вот этих двух, это все я у своего мастера покупала. И вот эти же невидимки тоже у нее брала. Конечно, потом, когда она говорила, когда телевидение ко мне приезжало, она сказала, что Аксинья никогда у меня ничего не покупала. Это было, конечно, откровенное вранье. Мало того, что я у нее покупала и косметику для волос, я еще и покупала заколки, которые стоили совсем немалых денег. Эти украшения у меня пока хранятся отдельно. Это серебро и... Ой, вы мне подписывали, я опять забыла, как камень этот называется. Ездили мы с мужем в Ярославль, и там вот как раз купил мне муж на память о Ярославле, о поездке. Мешочек я вам показывала. Здесь у меня пока никуда не помещаются вот эти вот здоровенные бусы. Ну, надо ли говорить, что они обалденно красивые, такие вечерние, хотя я их и в дневное время одевала, когда надевала водолазку простую, юбку черную, и я надевала эти бусы, и они абсолютно не смотрелись чересчур, потому что это был единственный акцент в образе. Ну, что-то осталось еще неразложенным где-то, в каких-то местах лежит. Я говорю, когда куплю, я обязательно все до конца и разложу, все украшения. Ну, а на этом все. Я вам все рассказала, показала и объяснила. Больше кино не будет. На этом конец. Всем пока!